осенью солнечных дней становится значительно меньше. Например, в октябре их всего 11. Бархатный сезон, к сожалению, заканчивается. Но отношения с солнцем не прекращаются никогда. Поэтому, если вы спрятали свой солнцезащитный крем, то вы поторопились. Пользуетесь ли вы солнцезащитным кремом? Нет, в данный момент времени не пользуюсь ничем. Нет, я не пользуюсь. Не пользуетесь? Пока что нет, но когда ездим на море, пользуемся. Не то чтобы солнцезащитным, но я всегда пользуюсь кремом с SPF-фактором. Прежде чем я расскажу, зачем и когда использовать солнцезащитный крем, давайте узнаем, что же такое загар. В нашем эпидермисе есть специальные клетки – меланоциты. Именно они производят темный пигмент – меланин. Покраснение кожи или ее бронзовый оттенок – это реакция защиты на облучение. Это протест. Стоит знать, что возможность облучения есть в любое время года, даже в дождливую и облачную погоду. Осенью сквозь облака может проникать до 80% ультрафиолетовых лучей, а лучи, отраженные от края облака или мокрого асфальта, становятся более мощными и увеличивают негативное воздействие на кожу. На что же обращать внимание при выборе солнцезащиты? Первое. От какого типа ультрафиолетового излучения будет защищать ваш солнцезащитный крем? Помните, что ультрафиолетовый спектр лучей типа А также будет активен в октябре, как в июле. И именно он может усилить проявление пигментации и формирование морщин. Ультрафиолетовое излучение лучей спектра Б способно провоцировать солнечные ожоги и покраснение кожи. Ну и не забываем о так называемом голубом излучении, которое исходит непосредственно от наших планшетов, компьютеров, ноутбуков и мобильных телефонов. И это излучение также способно вызвать повреждения в коже и запустить процессы старения. И на самом деле существуют такие специальные аптечные бренды, которые способны защищать от всех этих типов излучений. И следующий момент. Обязательно помните о значении SPF. Оно может быть 15, 20, 30, 50 и выше. Не забывайте, что чем выше значение SPF, тем от большего количества ультрафиолетового излучения будет защищать ваш солнцезащитный крем, и тем дольше будет сохраняться его защита. Подбирайте солнцезащитный крем в зависимости от вашего фототипа, от интенсивности солнечного излучения, ну и, конечно же, от состояния вашей кожи. Давайте рассмотрим вашу кожу поближе. Первый – это увлажненность. Степень увлажнения кожи нормальная. Но я думаю, что вы не злоупотребляли солнышком активно этим летом. И я надеюсь, что у вас очень хороший уход. И следующий показатель, который нам также с вами интересен, это, конечно же, пигментация. Риск появления пигментных пятен зависит и от наследственности, зависит и от гормональных изменений, ну и, конечно же, солнца. Итак, что мы с вами видим? Также пигменты слабо видны, либо видны на небольшом участке кожи. Под воздействием солнца наша кожа становится более сухой, обезвоженной. И очень важно подбирать правильный уход для того, чтобы максимально ее увлажнять, восстанавливать после активного солнца. Ну и, естественно, продолжать использовать солнцезащитные кремы, если, конечно же, вы не хотите, чтобы на ней появились морщинки. Из солнцезащитной линейки мы можем рассмотреть итальянский бренд. Например, спрей для тела, он прозрачный, фактор защиты 30. Используем на тело, распределяется легко, быстро высыхает. Дневной крем, увлажняющий, с фактором защиты 15. Можем использовать ежедневно перед нанесением макияжа за 15-20 минут. Еще совсем легкой текстуры флюид. Тот, кто не любит ощущать крем у себя на лице, с фактором защиты 30. Также для использования ежедневно можно. Если вы не хотите использовать ваш солнцезащитный крем ежедневно, то следите за таким показателем, как ультрафиолетовый индекс, который указывается в каждом прогнозе погоды. Если он находится в диапазоне от 0 до 2, то нет необходимости в нанесении солнцезащиты на лицо. Если же этот показатель находится в диапазоне от 2 до 4, то необходимо обязательно наносить на лицо солнцезащитный крем с SPF 15+. И, кстати, в октябре ультрафиолетовый индекс равен приблизительно 2. Поэтому необходимо наносить солнцезащиту не только в июле, но и в октябре. А сейчас развеем миф. Если вы нанесли на лицо ваш дневной крем с SPF 15 и сверху пудру с SPF 10, то результат SPF не суммируется, будет работать то средство, у которого больше солнцезащиты.
Итак, даже осенью не забывайте пользоваться базовой защитой от солнца. Это не только забота о вашем здоровье, а возможность также предотвратить появление морщин, пигментных пятен и обезвоженности кожи. А в сети аптек «Планета здоровья» специалисты помогут не только разобраться вам в широком ассортименте косметических средств, но и провести экспресс-тестирование с помощью специального прибора дерматоскопа, который позволит подобрать правильный уход. До встречи на следующей неделе!